маленького человека, но у них с Клеопатрой не было воздержания, но была энергия. Так? Вопрос. Я думаю, да, что в древнее время уже был какой-то разврат, мы слышали об этом. Но что касается Цезаря, вам нужно почитать его биографию. Он не был таким распутным человеком. Иначе был воспитан по-другому. Он был уникальный, уникальный разум обладал. С таким разумом человек не мог вести такую жизнь. Я изучал биографию Леонардо да Винчи. Он всю жизнь был девственником. Посмотрите его картину в Лувре. Одна Джоконда в таком зале выставлена. Туда не протолкнуться к ней. Все хотят хотя бы несколько секунд увидеть ее. Откуда такая сила? Откуда такая способность? Надо изучать. Это исторические примеры. Это же не случайно какие-то явления. Что мне просто не повезло, и не Леонардо да Винчи. Начните свой путь. Давайте свои эскизы, давайте свой смысл, давайте свой разум. И вы увидите, что вы много можете. Почему нет? Да, любой психолог вам скажет современный, что современный человек использует максимум 10% своих возможностей. А 90% даже понятия не имеет. Говорит, не верю в это. Этого не может быть. Вот и все. Собственно, ум мешает. Давайте освободим этот ум. Мы очень свободные существа.